Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я вас хочу пригласить, как должно, наверное, уже по традиции, каждый месяц у нас есть обзор пустых баночков. Значит, пустые баночки скопились, ну, как бы не так много, но уже заканчивается апрель, и надо это все подытожить, чтобы это выкинуть, чтобы не мешало. И сейчас собралась, иду на ноготочки переделать, даже не стала заправлять постель, быстренько накрасилась и решила заодно с вами поделиться, рассказать о пустых баночках, которые у меня есть. А потому что уже все, уже конец-конец апреля, и чтобы это нам сделать побыстрее. Значит, буду по очереди вытаскивать, так что сажайтесь поудобнее, там чаечек, кофеечек, что как угодно. И будем рассматривать и смотреть, что у нас здесь есть. Значит, первое попадается у меня сайт iHerb. Я как-то показывала вам. Это диски пропитанные, да, для того, чтобы очищать нашу кожу, для того, чтобы она формировалась, потому что производитель заявляет, что даже мелкие морщины убираются. Если там ежедневно этого будете делать, и через месяц, конечно, вы увидите результат. Очищение кожи от черных точек, то есть такой очищающий процесс. Значит, здесь у меня даже остался последний диск. Он такой пропитанный, с одной стороны гладенький, с другой стороны шершавый. И очень даже, ну, нормальные диски, кому вот удобно, кто нравится, приноровился к таким дискам. Очень хорошая, как бы, версия, марка Рок, хороший, как бы, результат, мне понравилось, очень хорошо прям очищает, достаточно присмотритесь, и не такая уж и большая цена там, да. Дальше у нас идет, так, давайте опять же сайт iHerb по БАДам пройдемся, марка Now, это витамин B в дозировке 50. Значит, сюда входит в составе B1, B2, B3, B6, B12, биотин. Еще здесь идет оксид пантеник. Еще два состава каких-то идут, да. Короче, 100 здесь капсул. Достаточно хватило надолго, у меня пропивал муж, у меня на витамин В аллергия, и он пропивал эти витамины, запах не очень, честно вам могу сказать, и если вы будете пропивать витамин В, не пугайтесь, изменяется цвет мочи. Результат хороший. Витамин хороший, марка Now зарекомендовала себя, у них есть этот GMP значок, который проходит полную, как бы, проверку, поэтому, как бы, все здесь нормально. Ну, такие вот витамины закончились, и закончился вот такое вот средство, называется колострум. 21 век, 120 капсул, это у нас идет, что такое колострум? Это у нас идет, боже, иммуноглобулин 40% здесь. То есть, для того, чтобы противовирусное, чтобы не болеть, или вы только заболели чуть-чуть и чувствуете, что хандрите, выпиваете, здесь рекомендовано по 2 капсулы в день. Капсулы в день, да. И во время еды или после еды. Значит, достаточно хорошее средство. Я беру его не первый раз. Очень рекомендую. Просто способствует иммунной системе, заставляет даже иммунную систему работать, сражаться с вирусами. Укрепляют иммунную систему, поднимают иммунную систему. Можно как для профилактику сделать, пропить, допустим, в холодные времена, а можно также, как, допустим, вот во время болезни, там, с витамином С. То есть только вот захандрили там в первый день, либо уже вот действительно слегли, то есть вы пропиваете. И что самое главное, у меня очень редко болеет семья.
потому что как бы я слежу за иммунной системой, себя, ребенка, мужа. Вот, и в последнее время, конечно, иммунитет больше у меня страдает, связано со всякими как бы стрессами. Но что говорится по поводу вот колострума, это вот именно этой марки мне очень понравилось. Там есть еще других марок, но вот на iHerb'е присмотритесь, очень классное средство. Мне понравилось и буду брать еще не один раз, потому что как бы мне всегда должен он быть в арсенале. Так, дальше. Что еще? А, вот сайт iHerb'а закончился у меня вот такой вот. Не видно. Simplic Organic 103 грамма. Это у меня был чеснок. Очень люблю этот чеснок. Прям пахнет чесноком. Натуральное все здесь, то есть не искусственный. Всегда использую как приправу чеснока с мясом, с рыбой, когда вот как бы делаю какие-то блюда. Очень мне нравится эта марка. У меня много что есть от нее. И именно что чеснок обязательно опять закажу, потому что это не первая баночка и не последняя. Очень мне понравилось. Ни порошка, ни пыли, ничего нету. Хорошая как бы граммовка, надолго хватает. Присмотритесь, очень мне понравилось. Очень-очень-очень мне понравилось. Так, дальше. Ну, уже все, да, больше. А, вот еще такой вот есть у меня. Начала я его пить, допил у меня муж. Значит, это глюкозамин хондроитин МСМ. Это я покупала в спортивном магазине у нас в Москве. Значит, кстати, здесь тоже есть значок GMP. Американское это такое средство, если болят суставы, болит локоть, болит колено, болит спина, то есть очень хорошо как бы помогает, но, естественно, лучше помогает, когда нет излишков веса, есть спорт. Но тоже вот это вот хорошее средство, 90 таблеток, у меня болел локоть, я пропила и спина, но я потом перешла на другое средство. И допил муж, достаточно хорошее как бы средство, здесь надо по 3 таблетки пить, дозировка хорошая, запаха никакого нету. Так что в спортивных магазинах тоже продается недорого, 4 рублей 500, 600 что ли, у кого есть какие-то проблемы. Я просто почему там купила, не стала ждать долго и побежала, купила туда, чтобы было. А дальше, смотрите, значит, у меня закончилась вот такая вот зубная паста. Я тоже про нее как-то рассказывала в прошлых, наверное, пустых баночках. Блендомет 3D White Lux. Слушайте, подсели мы на эту пасту, 75 мл. Удаляет до 100% потемнение эмали за 3 дня. Всегда борюсь с белизной зубов. Беру пасты именно в этом направлении. Понравилась паста не только мне. Она, во-первых, такая не дерзкая, не сильная, не термоядерная. Ощущение как бы комфортное. Десен, зубов, эмали. Да, действительно, как бы есть белизна, ну, так как мы как бы в нашей семье не курят и кофе пьют по минимальному, то есть, соответственно, и чай, я вообще от чая ушла, я пью травяной чай ромашковый, это как бы было и мое желание, рекомендация врачей, для желудка полезно, поэтому как бы от чая я ушла, я могу там чашку кофе с утра выпить, и то не каждый день, а так в основном у меня там вода, это обязательно. И вот травяной чай, как бы я, ну, травяной, я имею в виду ромашковый, я покупаю в этом магазине. Вот. Ну, вот такая вот зубная паста, присмотритесь, очень даже хорошая. Всегда беру в Окей на акциях, даже в данный момент тоже и пользуемся. Набрала там еще 2-3 штучки, чтобы было. Так, дальше поехали. По шампуням пройдемся. Значит, закончился у меня вот такой вот шампунь, не раз показывала, Эльсев. Девчонки, ну вот серьезно присмотритесь, кто блондинки, кто милированные, осветленные, присмотритесь, что бальзам, что шампунь, очень хорошо. Бальзам, конечно, для длинных волос расход будет не минимальный, потому что все-таки длинные волосы, но средний волос, короткий волос, отлично, отлично, только на конце бальзам наносим. Шампунь, он и пенится,
и хорошо восстанавливает, и хорошо увлажняет, и питает. То есть прекраснейшее, прекраснейшее. Если, ну, как бы вообще технически надо мыть два раза, не обязательно с первого раза, надо вспенить как следует. Этого может не получиться, поэтому не тратьте шампунь, а нанесли, поверхностное загрязнение сняли. И, соответственно, во второй раз вы уже глубже там и кожу головы это как бы помыли, как проскрабировали, грубо говоря, руками, да. Но из масс-маркета очень хорошая. Шампунь не загрязняет, не тяжеляет, очень хорошая. И еще другое, которое я тоже вам показывала от Garnier. Классно. И еще такой вот шампунь, тоже классный. Мне нравится чистая линия, как бы кто ни говорил. Значит, меня пользуются в основном мои из крапивы, да, значит, укрепляющие против выпадения, соответственно. Раньше вообще как бы там заваривали, делали крапиву и, как это, бабушкины рецепты, да, грубо говоря, и все это делали. Поэтому у меня как бы у мужиков моих короткие волосы, поэтому это... А когда нет шампуня, если у меня вдруг закончился, я тоже мою и пробую, и мне нравится, так что тоже присмотритесь. У меня всегда он есть в наличии дома. То есть, конечно, сейчас в масс-маркете много выбора, но я показываю именно то, в котором я даже если отхожу вправо-влево что-то пробую, то все равно возвращаюсь к этим шампуням, потому что, ну вот, классные они. Дальше. Закончился у меня вот такой вот Белита. Это белорусская косметика. Гель для душа. Здесь такой приятный запах был, я помню. Да, нежное очищение. Козье молоко. Да. Хороший гель для душа. Тоже мои щенки пользовались им. Достаточно он недорогой, и мы взяли на пробу. Нежно очищает, глубоко питает, сохраняет красоту, молодость кожи. Ну, тут, конечно, все красиво заявлено. 400 мл, расход минимальный. Ну, как бы я ничего против него не могу сказать, потому что очищает, действительно приятный запах. И, ну, сильно не сушит кожу, нормально. То есть можно, в принципе, присмотреться за минимальные денежки, почему бы и нет. Вот такая вот штучка у меня закончилась, Доместос. Это ультрасила, убивает микробы, очищает туалет, да, густой гель, семиструнный дозатор. Не знаю, я всегда беру Доместос. Я даже, знаете, наверное, такой консерватор, что ли, ну, как бы я пробовала несколько раз какие-то другие моющие средства для унитаза, но мне ничего не нравилось, потому что мне нравится, когда до белизны, мне нравится, когда нет желтизны, тем более какого-то налета, и очень хорошо спасает. Всегда я беру эти средства на скидках, я при полной стоимости не беру. Я вижу, допустим, пятерочки там или в Окее идет скидка 100 рублей, вот такой бутыль. Я, естественно, беру, я знаю, что у меня там, ага, мне надо, у меня заканчивается, и все. То есть стараюсь все брать на акциях, чтобы, ну, как бы сказать, хорошая хозяйка, экономная хозяйка, да? Лучше потратить денежки в другом направлении. Ну, хорошее средство, мне нравится. Запах, да, запах есть такой немножко химозный. Но я не стою, специально не дышу. То есть я налила, вышла из туалета, дала постоять там получасик. Зашла, смыла, чуть-чуть там ёршиком поделала, все, она все убирает самостоятельно, не надо там губкой, тряпкой, щеткой что-то тереть, нет, все убирает самостоятельно, и мне достаточно нравится, поэтому как бы брала несколько средств с фикс-прайса, но не знаю, как бы, знаете, не так мне это понравилось. А вот тут недавно закончился такое вот мыло. С мылом я экспериментирую. Здесь 650 мл, витамин, фэмили, крем-мыло, 5 фруктов, увлажняющий, манго, инжир, маракуйя, папайя, апельсин. Покупала в Окее, кажется. Взяли на пробу попробовать. Ну, что хочу сказать. Запах обалденный, запах приятный. Очищает. Не слишком сушит руки. Но... Мне нравится вообще очищающий момент у мыла, это вот
черное мыло. Вот я брала в прошлых, кажется, пустых баночках, показывала вам африканское мыло, черное, не африканское, а бабиагафия, черное мыло. Вот оно до скрипа очищало. Прям ты чувствуешь, что ты действительно, у тебя все микробы убиты, и ты прям очистил руки, прям чисто. Но подсушивал, Это, конечно, не так не подсушивает. И вообще в последнее время как-то руки сушатся, постоянно пользуюсь кремушком. Ну, вот такое вот мыло, приятное, вкусное, добротное. Я не знаю, я по поводу мыла, я беру разное, я пробую, ну, мыло для рук. И какое-то вот идеальное для себя я еще ничего не нашла, поэтому не нашла. Так, дальше у нас пошел фикс прайс. У нас фикс прайс вот такая вот идет освежитель воздуха Кашемир. Ну, это такая специальная, это вставляется в пластмассовое приспособление, то есть так оно стоит, если там в пятерочке, где-то что-то около 250 рублей, что ли, в фикс-прайсе стоит 100 рублей. Ну, другая марка, здесь Аэрпур, запах приятный, я их меняю, сейчас у меня там стоит шоколад, покупаю в фикс-прайсе, все подходит, там вроде нормально, как бы присмотрите, 100 рублей, дешевле, наверное, нету. Вот в фикс-прайсе я это покупаю. Всегда тоже вам показываю то, что я пользуюсь. Два дезодоранта закончились. Шуршу здесь. Один дезодорант мужской и женский. Мужской, значит, закончился Акс. Вот такой вот беленький, да? Вот такой вот беленький. А что хочу сказать про него? Дезодорант хороший. Здесь 150 миллилитров. Ну, что-то мне мужу не понравилось. Мне не нравится немножко, знаете, в этих акциях очень такое вот, тем более, когда вот душно, жарко, и они брызгаются, дерзкий такой запах идет, и прям убивает наповал. Что-то хочется понежнее. Ой, наверное, не знаю. Поэтому заявлено, что против белых следов, желтых пятен, защищает твой стиль, безупречный, говорят, это поля. Но ему тоже что-то не очень понравилось, говорит, что не очень, то есть он не подсушивает. А у меня вот такой вот Нивеевский, я подсела на Ниве, я рассказывала, что долгое время пользовалась Фа, сейчас я пользуюсь Ниве, покупаю всегда Нивею. Здесь тоже 150 миллилитров, и в этот раз тоже мужской купила Ниве, и мужу больше понравилось то, что подсушивает. Мне Нивея нравится, вот у меня закончилось, сейчас следующий купила, очень хороший, присмотритесь к Нивеевским, тоже покупаю все по акции, девчонки, в Окее, вижу, допустим, стоит там 90 рублей, я беру сразу две штуки, так он стоит около 200, кажется, вот беру сразу две штуки, все, иду, берите и бегите, как говорится, вот, а здесь... Не знаю, больше, наверное, такой не будем брать. Что-то они против, не хотят. И мне тоже запах не... Мы разные запахи пробовали, но что-то не очень, не актив. Так, косметические средства у меня закончились. Первое, что закончилось у меня от Виши, вот такой вот тоник. Здесь 200 миллилитров, норма Дерм. Для проблемной кожи. Это считается такая зеленая линейка. То есть у кого высыпание, чтобы немножко, ну, как бы сказать... А это сужающие поры у них идет. То есть она как бы и очищает, и сужает поры, подсушивает, чтобы не было... Или там противодействует, чтобы новые были высыпания. Вот такой вот тоник. Я в свое время очень долго пользовалась Виши, часто-часто. Но что я могу вам сказать? Раньше мне так нравилось, я прям видела результаты, ощущения. А в данный момент я не могу, что я вижу, увидела результат. Я долгое время не пользовалась, и вот решила взять. Запах такой приятный, как бы, и решила взять, пользовалась. Но что-то результат я не очень видела. Вот я сейчас пользуюсь Клиник, и прям классный результат, мне очень нравится. Вот очень нравится. А это не очень, нет, что-то в этот раз. Потому что формула сменилась, может быть, уже я переросла, это не знаю. Не знаю, мне не очень понравилось, так что смотрите сами, как бы советовать. Ну, можно попробовать, это на любителя. Пока что-то как-то не очень мне нравится. И вот еще что у меня закончилось, такая вот тушь от Lancôme.
Lancôme гипноз 02 оттенки. Не закончилась, вернее, хотела вам показать, я ей пользуюсь. Это 02 оттенок, коричневая тушь. Очень классная тушь. Если брать из люкса, это классная тушь. Я много что пользовалась из люкса, но Lancôme мне тушь очень нравится. Во-первых, мне понравился цвет. Коричневый. Он не просто там темно-коричневый, шоколадный. Он какой-то немножко с переливающим эффектом. И на глазах смотрится просто классно. И если вы, допустим, тени нанесли коричневые, да, тоже очень классно все это смотрится. И, ну, просто подчеркивает. Я вообще больше склонна к коричневым тушам, чем к черным. Вот. Редко пользуюсь черным, хотя у меня тоже есть и Lancôme, и масс-маркет, и белорусские. И даже вот есть от Клиник, сейчас в данный момент ей накрашена. Но коричневый мне очень нравится. Присмотритесь к туши, надолго хватает. Но здесь главное тоже правильно открывать туши, правильно закрывать туши. Меня научили, чтобы не запускать туда воздух. Когда вы открываете, то есть вот так вот круговыми движениями вы открыли тушь. И как бы обратно же круговыми движениями закрыли. То есть не просто вытащили и обратно, да, выпустили воздух. А именно круговыми движениями крышечку открыли, круговыми движениями также закрыли. Таким самым образом вы не пускаете туда воздух. И как только я начала это делать, у меня тушь дольше сохраняется. И нету никаких там пересыханий или еще что-то. Так что, ну, когда пересыхает, я разбавляю, немножко капелек пускаю, капель для глаз. Визин, кажется. Капельки пускаю немножко, не водой, не слюнями, ни в коем случае, как некоторые делают. Капельки пускаю, и она как бы сухость убирает, и сразу дальше могу пользоваться. То есть комочков никаких сухости нету. Но вот это вот тушь, как бы, если правильно открывать-закрывать, очень классно, цвет классный, не осыпается, не опечатывается вообще никак. И даже если там дождь, снег, наверное, не водостойкая, у них есть только водостойкая серия черная. Но вот это вот классно. Смывается тоже обычный мицеллярка, Гарниер, пожалуйста, просто супер. Присмотритесь из люкса. Почему бы себя не порадовать, не сделать себе там подарочек, и почему бы и нет. И на завершение я хотела вам показать, закончились у меня мои красители, чем я крашу свою голову. Это Блондор Вэлла, 200 грамм здесь. В простонародье называют ее ромашка на сегодняшний день. Там есть компонент ромашки, я так понимаю. Для любых техник блондирования. Мягкий осветлитель. Крем на масляной основе. Присмотритесь, кто себя красит дома сам. Кто, допустим, мастер. Кто начинающий мастер. Обучающий мастер. Или еще что-то. Да, порошки осветляющие это хорошо. Они у меня тоже есть. Я это все знаю. Я компетентный человек в этом области, я профессионал, поэтому вот этот вот блондор, он классный. Кстати, это такие же есть какие-то блондоры, я знаю, в других более там дешевле марках, это Estelle, Deluxe, кажется, и все остальное. Но я вот привыкла на Вэлли, не сжигает, не портит волос, если с правильной пропорцией, с правильно технически все использовать, с правильным оксидом процентной, да, то есть как бы... то, пожалуйста, ну ура, это все осветляет, хорошо осветляет, здорово осветляет. То есть, как бы, ну, надо изначально смотреть, какой уровень натуральных волос. Все это вы понимаете, знаете. Ну, советую, обязательно буду покупать, брать. Вот скоро поеду на базу, куплю обязательно, обязательно, опять же, себе этот блондорчик. Мне хватает на всю голову на 3 раза, кажется, на 3 раза хватает, или там чисто на корни. И закончилась у меня вот такая вот краска, 2 краски Schwarzkopf, 9.1 и 8.1. Что могу сказать? 9.1 это мой любимчик, обязательно буду брать не одну, а 2. Это блондин Сандре, мне очень нравится, как она ложится, как она потом плавно смывается, и желтизна никакая не вылазит, все прекрасно. Потом я просто поддерживаю там тонирующий шампунью. Это Schwarzkopf марка. Раньше Schwarzkopf, вы знаете, она подсушивала. Она такая жесткая была, такая, ну, как бы подсушивала волосы, и многим она не нравилась, мне в том числе. Но я беру из-за цвета. В данный момент, я не знаю, может, они сменили формулу, очень стала мягкая, очень стала классная. Но я еще плюс к этому всегда добавляю, что в осветление, что в тонировку масло.
Обязательно, чтобы более было там щадящее, смягчающее, обязательно. Я всегда масло добавляю. Вот. И масло для волос, я имею в виду. Что могу сказать? В этот раз мне понравилась краска очень. Ну, это средний уровень краски. Я многими пользовалась. И Стелли, и Матрикс, и Вэлла, и, господи, какими только я не пользовалась. И люксовыми я пользовалась, и Лейбл, и Чи, и, ну, все они есть. Ну, как бы, понимаете, мне здесь нравится цвет. Вот цвет просто классный для блондинок. Я люблю такой цвет холодный. Не сиреневый, не розовый, не фиолетовый, не серебристый, там серый какой-то. А вот именно вот этот вот цвет. Вот мне очень нравится. Обязательно вот поеду, куплю обязательно две упаковки. И в этот раз она была более мягкая, более смягченная. Как-то я прям думаю, вау, классно. Вообще классно. Это 8.1, я взяла на пробу этот цвет, я немножко им там и смешивала их в прошлый раз, когда красилась, посмотреть, какой будет оттенок. И в этот раз на корни наносила. Ну, 8.1 уже не то, что мне нравится. Я как бы люблю быть блондинкой, и поэтому он немножко такой, потом, когда смывается, все равно есть такой легкий, какое-то теплое немножко такое направление, не слишком холодный. Вот, ну краска, присмотритесь, нормальная, и, ну, на базе я покупаю что-то 160 рублей, так она стоит вроде как 350 рублей. Вот так вот, все, что я хотела вам показать, мои пустые баночки, надеюсь, кому-то, может быть, мой совет пригодился, что взять, что попробовать, поэтому, как бы, сейчас побегу, сделаю ноготочки, уже такие страшные, записано к мастеру. Потом в следующих видео обязательно вам расскажу. Но это, как всегда, просто, наверное, сделаю френч. Что-то не хочу ничего такого. Тем более сейчас такая, ну, тепло, классно. Всем всего хорошего. Буду с вами прощаться. Берегите друг друга. Заботьтесь о своем здоровье обязательно. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я буду рада вас приветствовать, видеть. Мне очень и очень это радостно. В последнее время я редко снимаю видео из-за состояния здоровья, то, что много в больнице провожу время, обследуюсь. Но сейчас становится все лучше и лучше, и я очень хочу снимать вам много влогов и таких уличных влогов, потому что мы сейчас будем много гулять. И вчера мы гуляли в парк Горького, просто обалденно, вообще нам понравилось. И обязательно все это буду с вами делиться и показывать, тем более те, которые люди не проживают город Москва, показать, какие есть у нас достопримечательности, красоты. Итак, всего хорошего вам. Не забывайте, заглядывайте на канал и оставляйте свои какие-то пожелания, вопросы, рекомендации. Всем всего хорошего. Пока-пока.